Здравствуйте! С вами Швейный Советник. Мы продолжаем нашу любимую рубрику про карманы. В данном видео мы расскажем, как обработать прямоугольный карман под тверь. Смотрим! Для кармана портфель нам понадобится основная деталь шириной 18 см, включая припуски сантиметр по боковым срезам и сантиметр снизу, и длиной 21 см, вверху 3 см цельнокраенная обтачка. Полоска, она соответствует длине 2 раза боковые и низ. И ширина 6 сантиметров. Одну сторону на полоске заутюживаем на сантиметр. И на нижней части основной детали отступаем сантиметр сбоку и снизу и ставим крестик. Соединяем детали по боковому срезу и закалываем. Начинаем притачивать. Ширина шва 1 сантиметр. Нам необходимо остановиться на пересечении линии. Мы попали в метку, игла остается в ткани, и теперь полоску необходимо рассечь до иглы. Затем разворачиваемся, все поправляем, уравниваем срезы и продолжаем притачивать. Также попадаем в метку. Рассекаем полоску. Разворачиваемся. И дошиваем до конца. Полоску притачали, теперь нужно разутюжить карман. Для начала припуски разутюживаем. А теперь необходимо приутюжить на ребро. Поскольку сначала мы разутюжили, сейчас нам делать это легко. Высекаем уголки, чтобы снизить утолщение, и будем отстрочивать. Вся красота у нас с лица, поэтому отстрочку делаем по лицу.
Доходим ближе к уголку, выправляем его. В самом уголке останавливаемся и иглу оставляем в ткани. Все поправляем, чтобы не было никаких заломов. И продолжаем отстрачивать. Также останавливаемся в уголке, иглу оставляем в ткани, поправляем и отстрачиваем. Чтобы избежать утолщений, высекаем вверху припуски. Цельно краеную обтачку мы заутюжили. Сначала на 3 сантиметра и верхний срез на сантиметр. А теперь секретная фишечка. Чтобы снизить толщину при отстрочке, мы на уровне заутюжки рассекаем припуск и раскладываем их в разные стороны. Тем самым снижаем толщину. Отстрачивать будем по изнанке, потому что здесь нам видно заутюжку. И поскольку мы заутюжили ровно, и отстрочка у нас получится ровной. Измеряем стороны кармана и намечаем на изделии, куда будем притачивать карман. Напротив уголка ставим разметку. Карман прикладываем к разметке, закалываем только одну сторону, остальные будем совмещать во время притачивания. Притачиваем на 0,2 от сгиба. Совмещаем наметку на полоске с наметкой на основной детали. Игла остается в ткани. Разворачиваем, поправляем и продолжаем притачивать. То же самое проверяем, чтобы разметка с наметкой совпали. Также все поправляем. Форма закрепки может быть любой.
Закрепка в карман может быть разной. Треугольник, крест-накрест, по боковому срезу, либо по входу в карман, как сделали мы, учитывая возможности нашей машинки. Разновидность кармана-портфель существует множество. Мы показали обработку прямоугольного кармана, а в следующем видео покажем закругленный. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.